Александр Владимирович, поздравляем с победой. Такая, скажем так, тяжелая максимально победа, учитывая, сколько в Славе было моментов. Как вам сегодняшняя игра? Спасибо. Ну, как вы и сказали, она очень тяжелая. Если говорить честно, нас никто так по-футбольному не возил в этом сезоне, как команда «Славия». Но положительно, что ребята вытерпели, использовали свой шанс, который был. Ну и рано или поздно все-таки вот эта игра, наверное, первая в сезоне, где на нашей стороне была полностью удача. Но удачу нужно заслужить, значит, пока чем-то мы ее заслужили. Ну, так скажу, понятно, «Славия» очень хорошая команда, поэтому приятно у нее выиграть. Наверное, сопернику по такой игре очень обидно проиграть, но это футбол. Касательно главного героя матча, наверное, не может быть никаких сомнений, споров, что Миша Казакевич, он такой. Миша, я уже сказал сегодня, он просто красавец. Божил на футбольном поле, очень рад за него, поэтому хотелось бы, чтобы в таком же духе он продолжал. Лопага забил свой первый гол. Это, очевидно, наверное, то, что вы ждали от нападающего, такого прям целенаправленного конкретного центр-форварда. Ну, естественно, потому что мы первый круг сыграли вообще, грубо говоря, без нападающих, да, кто у нас был, но все-таки Сидоренко и Макасю. Те шансы, которые мы им давали, они не пользовались. В принципе, я рад за них, они пришли в другие команды, играют в основном в составе. Но у нас не было нападающих, который мог решать моменты. Дай бог, чтобы это был бы Бара, дай бог, чтобы и Миша начал забивать, потому что в атаке было повеселее. В прошлом матче нам забил Александр Макась, сегодня целых три игрока, которые недавно с ним играли у нас. Не было какого-то такого, не знаю, опасения, что ли, что вот это такая серия? Ну, это не опасение, да, мы же с собой шутили, что Сидоренко обязательно сегодня забьет, как и Макась. Понятно, когда ребята вот только-только перешли в другую команду, у них сверхмотивация. И поэтому и желание, и не очень хотят этого. Поэтому это объяснимо. Я сам, будучи футболистом, был много видел таких ситуаций. Это нормальное явление в футболе.